4 года моя мама привела меня в школу раннего развития, где я получила свои первые аплодисменты. И теперь прошли года, и я с большой гордостью могу сказать то, что веду репортаж с открытия новой школы раннего развития «Уникум». Улыбки детей и их родителей – все это благодаря новой школе. Познакомиться с учениками пришли веселые животные, которые фотографировались со всеми желающими. Для маленьких зрителей выступала самая юная артистка, которая порадовала нас своей игрой на скрипке. Веселые песни исполняла детская вокальная студия «Звенящая копель» и руководитель студии «Сибирия» Юлия Пахомова. Ведь все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на море. Гости праздника познакомились с кураторами школы раннего развития при университете, которые будут на протяжении всего обучения являться для детей вторыми родителями и наставниками по вокалу, живописи, сольфеджи, иностранным языкам, актерскому мастерству и хореографии. Дело в том, что этот проект возник не случайно. В рамках опорного вуза есть несколько стратегических проектов. Есть проект, который как раз направлен на то, чтобы развитие получали дети не только школьного возраста, но и дошкольного возраста. Поэтому я думаю, что креативное пространство нашего университета, высокая квалификация наших преподавателей станет хорошим стимулом для того, чтобы жители города Барнаула выбрали в качестве площадки для развития таланта Алтайский государственный университет. В конце мероприятия дошколят ждал большой и вкусный торт. Их радости не было предела. А что же будет, когда они услышат со сцены свои первые аплодисменты? Пожелаем преподавателям, чтобы они выучили умных и талантливых ребят, которых вскоре выпустят в большую жизнь. Для многих это станет началом их творческой карьеры. Ну а мы будем наблюдать за их продвижением и ждать студентами в опорном вузе Российской Федерации Алтайском государственном университете. Полина Бурнашова, Павел Рюхов, учебная телерадиостудия.